Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії Наталі Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. На посяджэнні гомельскага аблвыканкама разгледжаны вынікі моніторингу використання комунальной маёмасці. Мясцовыя ўлады прапанавалі правесці другі марш недармаедаў у Гомелі на пляцоўцы каля ДК «Віпра». Сёння професійнае свята азначаюць работнікі гідраметэоралагічнай службы. І больш падрабязна аб гэтым і не толькі. На сегодняшнем посяджении Гомельского облвыканкама разглежены выники мониторингу населенных пунктов по выкористанию коммунальной маемости. Подчас проверки специалисты Гомеля облмаемости, супрацовники ГАР райвыканкамов и депутаты мясовых советов выявили объекты, которые навод не находились на господарчем улику. Так само знойдено несколько пустых жилых домов, придатных для выкористания. Як плануется задейничать ГТ будинки? Потекавился Олег Сенцеров. Подчас мониторингу рабочая группа наведали больше 2300 населенных пунктов, где нашли свыше 5500 объектов, которые не выкористовывались. Попередние выники обследования подвели на початку года на нараде с уделом керавництва в области. Теперь ситуацию вырашили обмерковать в больше широком составе. За 4 месяца, что прошли после завершения мониторингу, недзе 250 объектов снесли, прикладно столько ж утягнули в господарший оборот. Причем тут не только будинки промыслового призначения. На улик поставили навод некалькі жилых домов. У речи, на во что возводить новые, коли старые находятся в добром стане и не выкористовываются. Это все те отдельно стоящие жилые дома, которые сегодня не заселены. И мы сегодня видим, что их достаточное количество, и ряд из них, которые находятся в хорошем техническом состоянии, мы будем предлагать для продажи с аукционных торгов. У ГАР райвыканкама кажут, что до конца года все объекты, которые выявили рабочие группы, будут задейничены и изнесены, когда их стан не отповедает потребованиям техники безопасности. Зарабить это ранее было не завсёды магчыма. Выявить частку объекту протяглый час не могла ни одна комиссия. Их нібыта и не было. Во всяким разе на паперы. Это тяжко поверить, але подчас моніторингу на Гомельщине выявлено около 450 объектов, которые не находятся ни на каком улику. Такие будинки-привиды. По документах их не існує, а лишь на практике осени стоять. У областным территориальном фонде Гомель облмаемость кажут, что планы по утягнению объектов коммунальной уласности у оборот в целом реальные. У значной ступени этой надеи связываются с поляпшением ситуации в экономике и развитием уласного бизнеса. Когда мерковать по выниках проводимых аукционов, у темнику про интернет, затекавленность у набытии таких объектов есть. Причем у некоторых выпадках першочарговая цена может возрастать больше как у 1000 разов. Открываются новые производства, бизнес расширяется у многих предпринимателей, которые к нам уже неоднократно обращались. И наладив одно производство, они уже обращаются и подыскивают себе объекты для новых видов деятельности. Олег Сентеров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Мясцовые улады пропоновали провести другий марш недармоедов у Гомелі на пляцовце каля ДК «Віпра». Керавництво гарвыканкама сустрелось с представниками руху за отмену декрета номер 3. Баки обмерковали умовы проведения акции. Массовое мероприемство на площади Паустання гарвыканкам полечил немагчимым. 25 соковика тут будет проходить традиционный сельскохозяйственный кермаш. Он был запланован несколько месяцев тому. Проводить марш на площади Ленина так само немытозгодно. Это важный транспортный вузел. Массовые мероприемства тут стараются минимизовать. Як вариант места – территория каля ДК «Віпра». Это близко от центра. Пляцовка здольна зместить свыше 4500 человек. Так само гарвыканкам пропонует для размовы с удельниками маршу недармоедов актовую залу Дома культуры. И она смещает каля 500 человек. На встрече с журналистами с нагоды проведения акции городские улады подкреслили, что пошли на встречу организаторам мероприемства. Зворота в проведении маршу был подаден и позднее необходимого термину и не отповедал потребованиям закону. Але гарвыканкам деля захования безопасности удельников акции вызначил для яе официальное место. Тем больше, что в своем звороте организаторы подкреслили готовность до обмеркования умов проведения мероприемства. Мероприятие, которое запланировали на площади Восстания, мероприятие, которое касается шествия по улице Советской, и митинг на площади Ленина – это несанкционированное мероприятие, это нарушение действующего законодательства, и за это предусмотрена административная ответственность. Власть к диалогу готова. Мы предложили вариант совместного мероприятия ДК «Випра» как на открытой площадке перед входом в здание, где можно расположить более 4000 человек, так и внутри помещения.
Депутат Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь Миколай Васильков сегодня принял удел у работе сессии у Варовицкого сельского совета депутатов. На парадку дня обмеркование питания у развития предпринимательства и створения новых рабочих мест, а так само реализации декрета номер 3. Подробности в материале Дмитрия Котова. Гэты магазин у вёсцы Червоный стяг открылся несколько годов тому. Будинок побудован, как кажут, с нуля. Раз короткий час по соседству с гандлёвой кропкой заявилось кафе. Гэтае место одразу стало популярным. В конце 2011 года мы решили попробовать себя в другом для нас виде деятельности. Это общественное питание. И в конце 2011 года было открыто вот это кафе, которым пользуются, ну, могу без преувеличения сказать, и жители наших, ну, близлежащих деревень, поселков, городского поселка Уваровича, ну, также и жители Буда Кошелева, Гомеля. А гэты будынак у городском поселку Уваровичи пэўны час не выкарыстоўваўся. Новые господары набыли его праз аукцыён. На другом поверсе открыли магазин промысловых товаров, а на першем зараз робят ремонт, каб вести там реализацию будаўнічых материалов. Мы в августе месяце открывали этот магазин для целей обслуживания населения городского поселка Уваровича. У нас в продаже все товарные группы промышленные, также чистящее моющее, также обувь, также парфюмерия. Усяго на территории Уваровицкого сельского совета, дякуючи развитию предпринимательства, працало откавана 60 человек, еще 50 экономично активных громадян находятся у пошуках места працы. Зусім недавно у их лику был и Сергей Пимахов. У союзе с ШИМ отримал поведомление об необходимости уплатить сбор на финансирование державных выдатков. Але, уличивающи складанную житевую ситуацию, его вызволили от уплаты сбору. А зараз пытание працало откавания уже не актуально. В свое время я работал в УПК заучим, потом как бы сократили, ну, закрыли УПК, пришлось как бы временно быть без работы. Попал я, значит, под этот декрет. Ну, в связи с тем, что у меня отец, ему 84 года, содержу хозяйство, документы подал в райисполком. Значит, мне райисполком как бы пошел на встречу в связи с тем, что у хозяйства, и как бы меня освободили от уплаты этого сбора. Сейчас на данный момент я устроюсь, работаю в детском садике сторожем. На сессии сельского совета у лику инших обмерковывается тема реализации декрета номер 3. Удельники погаджаются, и снуют выпадки, коли человек увогуле не жадая працавать. Однако это худшее выключение с правилов. У большинства своей люди шукают махчимые варианты прослуаткования. И у гэтым им повинны допомогчи як мясцовые улады, так и предпринимальники, якія створают новые працоўные месцы. Практика применения декрета должна быть продолжена по той причине, что ход реализации его дает возможность более детально подойти к решению проблемных вопросов, связанных с жизнедеятельностью наших граждан, создает систему на всех уровнях по изучению той иной жизненной ситуации у наших граждан, созданию новых рабочих мест, создает условия для развития малого бизнеса, тем самым способствует тому, что каждый гражданин будет участвовать в софинансировании государственных расходов, а государство, конечно, будет выполнять взятые на себя социальные гарантии. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Будо-Кошелевский район. Посевная кампания на Гомельщине набирает обороты. По оперативных данных, яровые зерневые культуры посеяны на площади свыше 36 тысяч гектаров. Это четверть до плану. При этом темпы посевной на два тыдня опережают минулогодний график. Перед выездом на палетки обовязковый инструктаж по технике безопасности проводят инспекторы ДАИ. Они проверяют наявность у механизаторов водительского посвящения и стан техники. После этого заполняется специально распрацованный лист посевная 2017, який размещается на лобовое шкло. У этом документе позначены реквизиты господарки, техники и даденные водителя. Деля захования безопасности дорожного руху, экипажи ДАИ сопровождают буйногабаритную технику на палетке. Сотрудникам госавтоинспекции приходится иногда оказывать помощь. Там бывали случаи, когда во время движения транспортные средства, ну, какие-то незначительные поломки происходили простые. Сотрудники наши, значит, проезжали с механизатором на мехдвор, брали какую-то мелкую запчасть, возвращались, восстанавливали и продолжали движение. То есть мы созданы для того, чтобы помогать людям на дороге. Поэтому это наш самый главный девиз в работе. Завершить сяўбу яровых колосовых на Гомельщине плануется до 1 красавіка.
Сегодня отмечается День работников гидрометеорологической службы. На Гомельщине віншаванні с профессийным святом принимают 140 человек. Про то, каким чином и при допомозе якого обсталявання щодня складається прогноз надвор'я, доведалася наш корреспондент Вероника Ворошилина. Свое профессийное свято работники Гомельской областной гидрометеорологической службы сустракают на працовных местах и по-иншему нельга, бо менавіта на их ускладена отказная миссия про доследование и назирание, отрымливать прогноз надворья. Меж тем, его досконалость зарежет от виду. Для короткотерминовых на ближайшие дни это 95%, а праудвальность прогноза на тыдень прикладно 80%, а на месяцы более крыху больше за 50%. Допомагая отрымывать максимально докладный прогноз надворья и сучасная техника, что находится в арсенале гомельских метеорологов. Зараз тут выкористовывают найновшее финское обсталявание, так званые радиозонды, которые позволяют доследовать верхние слои атмосферы на вышине до 40 километров. Зонд, когда начинает полет, он достигает определенных высот, и на каждой высоте мы получаем телеграмму о состоянии. Это направление ветра, то есть куда он летит, его скорость, температура, влажность и давление. На основании всех этих данных мы их анализируем, составляем телеграммы и отправляем не только по Беларуси, а также во всемирную метеорологическую сеть. И уже на основании наших данных синоптики смотрят и составляют прогноз погоды, который будет ожидать в ближайшее нас время. Гомельская областная гидрометеорологическая служба – единая Украине, якая мае магчимость накировывать свои назирания и доследования в сусветную метеорологическую сетку. Однако только сбором и працовкой метеорологических даденных тут не обмежевывается. До прикладу, супрацовники гидрометцентров допомагают аграриям при подрыхтовце до полевых работ. Могут не только дать прогноз по засушливости, але и контролюют узровень вильгати у глебе. Так само они супрацовничают с коммунальными, выратовальными и авиационными службами. У нас широкопрофильное предприятие, помимо метеослужбы, у нас работает очень серьезная, сильная группа гидрологов, это которые контролируют водный режим рек, то есть ледостав, сход воды, паводки и так далее. У нас есть химики, работает очень большая группа, которые контролируют по всей области, по всем населенным пунктам частоту атмосферного воздуха. Ну и, конечно же, радиологи, то есть все контроль радиационной обстановки в населенных пунктах, это тоже относится к нам. Побывать у самом сердце метеорологических назираний и доследований на Гомельщине, при этом не доведаться про свежий прогноз надворья, для нас было бы недаровальной помылкой. Тому зараз информация от Небесной канцелярии на ближайший час. В выходные температурный фон понизится. В связи с этим осадки ожидаются не только в виде дождя, но также, возможен мокрый снег. Но осадки будут носить кратковременный характер. Ночные температуры понизятся до 0-5 градусов, дневные составят 3-8. Но похолодание будет кратковременным. Уже с понедельника температурный фон вновь будет повышаться. И на следующей неделе до конца месяца уже по территории области возможны температуры плюс 12-15 градусов. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельщині укараняють нові методики діагностики туберкульоза. Зараз гэтая хвороба з'являється одной з самых значных медико-біологічних проблем. Тільки за минулий год на Гомельщині туберкульоз унес житті амаль 70 чоловік. У групі ризики – соціально дезаптованные особи, працовні мігранти, визволені з місця узняволення. При гэтым туберкульоз становится все больш устойлівым до традиційних лекавых препаратов. У таких умовах великое значение надається укараненню новых методов діагностики. У приватности, у Гомельской областной туберкулезной больницы сёлета почалася эксплуатация сучасного обсталявання, якое дозволяє за 2 годины не только выявить захворванне, але и назначить эффективный курс лечения. Ранее гэтая процедура займала каля 1,5 месяцев. Гэта тым больш важно, что згодна с рекомендациями Сусветной организации аховы здоровья, у Беларуси укараняются новые подходы до лечения туберкулезу. Курс лечения длительный, учитывая особенности, скажем так, самого микроорганизма, особенности течения инфекции, поэтому курс лечения от 1,5 до 2 лет. На сегодняшний день основной, скажем, тенденцией идет к тому, чтобы пациент лечился на амбулаторном этапе. То есть стационарный этап, он уменьшается, его количество дней, а увеличивается амбулаторный этап. Это прежде всего связано как с рекомендациями и Всемирной организации здравоохранения, которая активно внедряется у нас в Республике Беларусь.
Дорогой головный врач Гомельской областной туберкулезной клинической больницы Александр Шираев завтра станет гостем программы «Диалог». Я наведу в эфир на телеканале «Беларусь 4» у 19:20. Свои питания, пропановы и зауваги вы можете выказать, потелефоновавши по номеру прямого эфира у Гомеле 77-68-45. На этом выпуск завершен. У студии працевала Наталья Ігнатенко. Усяго вам доброго и до новых встреч в эфире.